Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться описанием такой вот маленькой сумочки. Ее размеры донышка 20 сантиметров в длину, 12 сантиметров в ширину, и высота самой сумочки тоже 20 сантиметров. На основе данного видео вы сможете связать сумку и гораздо большего размера. Это уже будет такая, можно сказать, и пляжная, и городская сумка, шопер, авоська, называйте как хотите. Там уже можете экспериментировать с размером донышка, с формой донышка, с цветом рафии. Для такой маленькой сумочки в размере 12 на 20 и на 20 у меня ушло до одного мотка рафии ИСПИ, который 250 метров. Именно эту сумочку я вязала из вот такой вот рафии. Это новая для меня рафия, я ее решила протестировать. Она продается на Алиэкспрессе, и вот таких моточков у меня ушло чуть больше двух. Они по 90 метров, если я не ошибаюсь. Что нам еще понадобится? Крючок номер 4, гобеленовая иголочка, ножницы. И лента у меня 2,5 сантиметра шириной, ушло около 8 метров ленты для обвязывания вот таких вот ручек. В принципе, все. Из основного еще это я вязала донышко в две нити, дальше все остальное переходила и вязала в одну нить рафии. Ну что ж, теперь приступим непосредственно к вязанию сумочки. Сумочку мы начинаем вязать с донышка. Для этого нам нужны две нити рафии, чтобы донышко было более плотным. Размеры донышка будут где-то 12 на 20 сантиметров. Для этого нам нужно набрать 18 воздушных петель, петля которой на крючке не считается. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот такого размера получается наша цепочка из воздушных петель. И 19-ю петлю мы провязываем как петлю подъема. Вот, всего 19 петель. Теперь крючок. Пропускаем одну петлю, на крючке петля не считается, одну петлю пропускаем, и во вторую от крючка мы вводим наш крючок и провязываем столбик без накида. Теперь мы будем вязать поворотными рядами по 18 столбиков без накида в каждом ряду на высоту 20 сантиметров. Тут все просто и легко, поэтому слишком останавливаться на этом не буду. Каждый раз провязываем одно и то же количество петелек туда, потом обратно, туда, потом обратно. Так, я провязала 18 петелек первого ряда, вот так вот он выглядит. Теперь мы провязываем одну петлю воздушную, это петля подъема, вот, разворачиваемся и вяжем в обратном направлении точно так же 18 петелек. Нам нужно крючок ввести вот в эту первую петлю. Вот наши петли подъема. И вот в эту первую петлю вводим крючок, чтобы это не потерялись наши петли. И точно так же 18 в обратную сторону. И таких рядов у нас будет столько, сколько вам понадобится для нужной вам длины сумочки. Итак, я провязала 25 рядов донышко, и у меня получилось 20 сантиметров в моем донышке. Если вы хотите длиннее, естественно, провязываете больше. Мне достаточно. Я донышко уже отпарила. Сейчас вот один хвостик обрезала, одна нить у меня будет рафии, и дальше продолжать из нее буду вязать. Сейчас этот хвостик я сразу спрячу, и начало нашего вязания тоже спрячу, и будем продолжать вязать. Как я прячу хвостик? Я достаю один хвостик наружу. Сейчас я его найду. Вот, вот так вот достаю из петельки. Главное не потерять. И просто заправлять сейчас буду вот
сюда с помощью иглы. Вот я вывела хвост, сейчас его прячу вот в эту петелечку, завожу сюда. Получается как бы имитация петли, и дальше между петелечек ряда иголочкой просто прячу. Аналогично буду поступать и с хвостиками начала ряда. Вот между петелечками аккуратненько завожу. Вот так обрезаю хвостики и как будто бы так и должно было быть. Так, все хвостики спрятали, ничего не видно, теперь продолжаем вязать. Для этого нам сейчас нужно будет сделать фальш-петлю. Дальше мы будем вязать в одну нить столбиками с накидом. Начало ряда мы можно сделать 3 воздушные петельки и продолжать вязать, но так, чтобы не было видно перехода этого ряда, мы делаем фальш-петлю. Для этого мы петелечку оставляем, крючок вводим с изнаночной стороны в эту же петлю, выводим на изнанку, вот наша рабочая нить сзади располагается в петли, в эту же петлю обратно вводим крючок, но уже как положено, с лицевой стороны, вытягиваем петельку, провязываем. И еще одна воздушная петля. Вот так выглядит наш ложный столбик с накидом. Теперь провязываем еще одну воздушную петлю. У нас между всеми столбиками будет одна воздушная петля всегда. И для формирования красивого уголка мы в каждом углу нашей сумки должны провязать по 3 столбика с накидом. Но так как это начало ряда, я здесь сейчас провязываю 2 столбика и в конце ряда потом еще в эту же петельку провяжу еще один столбик с накидом. Так, воздушная петля. И теперь мы будем провязывать, пропуская одну петельку, делая воздушную петлю, столбик с накидом, пропустили одну петлю, следующую провязали столбик с накидом, сделали воздушную петлю, пропустили и провязали столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем столбик с накидом, воздушная петля, пропускаем столбик с накидом, и так до конца нашей этой стороны мы вяжем. Самое главное, если вы будете вязать сумочку другого размера или с другим количеством петелек, нужно учитывать, вот сейчас, по-моему, у меня здесь точно такой же случай будет. Вот, смотрите, я через одну петлю провязала, и у нас остается одна петля угловая, и вот в соседнюю я провязала. То есть мы не пропускаем этот угол, мы в него все равно провязываем 3 столбика с накидом. Так, воздушная петля, сюда провязываем 3 столбика с накидом. Не забываем делать воздушные петелечки между нашими столбиками с накидом. Вот. Воздушная петля, и переходим на эту сторону. Здесь уже можем, пропускаем одну петлю, провязываем столбик с накидом. И так до следующего угла, там точно так же провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. И переходим к следующей стороне. Так, я почти довязала ряд до конца. Вот мой один столбик с накидом, делаем воздушную петелечку, пропускается одна петля, и вот в эту петелечку, там где у нас начинался ряд и там где было 2 столбика с накидом в одну петлю, мы провязываем последний, третий угловой вот этот столбик с накидом, делаем воздушную петлю и соединительной петлей соединяем с началом ряда. Вот так. Вот такой у нас получился первый ряд. Немножечко может быть стянуто. Для этого просто подтягиваем стороны наши
чтобы они немножко распрямились. Дальше все утюгом с паром можно будет подкорректировать, подтянуть и выровнять. Следующий ряд мы точно так же, как и предыдущий, начинаем с ложного столбика. Сейчас еще раз покажу. И так дальше мы будем вязать все ряды на нужную нам высоту сумочки. Крючок с изнаночной стороны вставляем. Вытягиваем петельку на изнаночную сторону. Нить должна быть за крючком. Вставляем с лицевой стороны крючок, вытягиваем петлю, провязываем. Воздушная петля. Все, наш ложный столбик готов. Теперь воздушная петля и провязываем дальше столбик с накидом до конца ряда. Нужно провязать, желательно, вот смотрите, как будто бы в раскол. То есть вот она наша петелечка V-образная. Вот в нее вводим крючок и с изнаночной стороны. Вот так оно должно выглядеть. Провязываем воздушная петля, накид и столбик с накидом. И подобным образом будем вязать на необходимую нам высоту нашей сумочки. Провязала я 14 рядов столбиками с накидом. И здесь как раз получается нужная мне высота в 20 сантиметров. Теперь будем переходить к отделочному ряду. Вяжется он просто. Это у нас будет ряд, состоящий из столбиков без накида. Вот наша петелька, которой мы соединили наш последний ряд. Воздушная петля. И дальше один столбик с накидом. Просто заводим крючок под арку. Провязываем один столбик вот сюда же в раскол, как мы вязали до этого в столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Под арку петелечка в столбик, петелечка под арку в столбик. Вяжем, и последнее будет у нас фальш-петля, чтобы хорошенечко спрятать наш кончик рафии. Мы довязали ряд до конца. Вот она, наша петелечка подъема была. Я уже обрезала нить рафии. Последняя петелечка. Сейчас делаем фальш-петлю. Для этого вытягиваем нашу рафию, уже обрезанную. И сейчас будем прятать хвостик, чтобы это было красиво. Нам нужно, вот смотрите, вот эта вот петелечка, первая петелечка, поэтому мы вот сюда по направлению нашей рафии вводим иголочку и сейчас будем прятать хвостик и вводим обратно сюда. В общем, откуда рафия пришла, туда же она должна и зайти. Вот так. Практически ничего не заметно. И теперь будем прятать хвостик, чтобы он не торчал, лишнее обрезать. И все. Так, довязали сумочку, где наш, вот он наш ряд из ложных столбиков. Вот здесь вот была фальш-петля. В общем, все хорошенечко спряталось. Теперь можно сумочку отпарить. Можно просто ровно все прогладить, тогда она будет иметь прямоугольное донышко, и потом просто будет вот так вот выглядеть отпаренная ровненько. Либо можно загладить уголки. Смотрите, уголки ориентироваться на вот этот вот средний столбик, там, где мы в углах делали по 3 прибавки, вернее, 3 столбика с накидом в одну петлю. Вот по вот этой вот петель, столбику по вот этому, и ориентироваться, и вот так вот заглаживать уголки. Тогда будет отчетливая прямоугольная форма у сумочки. Отпарю и продолжим дальше вязать ручки. Ручки я буду вязать шнуром гусеничка. Сейчас покажу, как это делается. Для того, чтобы пришить ручки, я оставляю хвостик подлиннее. Делаю петелечку. Ввожу крючок. Обворачиваю и провязываю воздушную петлю. Узел не затягиваю. И делаю еще одну воздушную петелечку. Теперь
вот там, где у нас образовалась наша петелька, ввожу крючок, протягиваю еще одну петлю и провязываю. Разворачиваю по часовой стрелке, получается, ввожу крючочек вот в образовавшаяся вот она петелечка, протягиваю, провязываю, разворачиваю по часовой стрелке. Здесь у нас вот уже такие как две петелечки, вот под них ввожу крючок, вытягиваю петлю, провязываю. По часовой стрелке разворачиваю, получается вот так вот себя. Вот они, эти две петелечки, под них ввожу крючок, вытягиваю петлю, провязываю. И вот таким вот образом будем крутить и вязать нужной нам длины шнур. У меня это будет два коротеньких шнурочка для коротких ручек и один длинный вместо плечевого ремня буду использовать. Вот. Когда уже провязали достаточно шнур, можно подтянуть вот этот узел, который мы не затянули с самого начала, и вязать дальше. Когда ручки связали, нам остается их симметрично пришить относительно друг друга с разных сторон сумочки. Я буду пришивать таким образом: в отверстие вот последнего ряда со столбиками эту арочку продеваю, и дальше при помощи гобеленовой иглы буду пришивать вот таким вот образом, чтобы получилось как будто бы колечко, то есть не к самой сумке пришивать, а кончик ручки к самой ручке, вот, чтобы вот так вот двигалась сама ручечка. Думаю, все понятно. Здесь желательно попадать так иглой, чтобы вот в эти перемычки, которые, сейчас, секунду, перемычки, которые вот такие вот горизонтальные, вот в них попадала игла, чтобы было менее заметно, как пришиваете. Ручки симметрично пришили, и можно считать, что ваша сумочка уже будет готова. Вот так выглядит наша сумочка со всеми ручками. Можно носить и на плече, есть такой плечевой ремешочек, можно носить и за ручки. А еще я решила украсить ручки вот такими лентами, тоже прекрасно подходит под цвет сумочки, и сейчас покажу, как я это делала, и итоговый результат. Сначала нам нужно закрепить нашу ленту вокруг ручки. Я закрепила обычным узелочком, главное оставить кончик подлиннее, ну насколько вам хочется, чтобы длинная лента оставалась. Закрепила, и дальше обычными столбиками без накида обвязываю ручку. Тут главное, чтобы лента не выворачивалась изнанкой. Вот, а следить, чтобы она была лицевой стороной. Ну, в общем, чтобы красивенько было. И просто столбочками без накида обвязываем нашу ручечку. Попутно помогаем себе, разворачиваем наши петелечки вниз. То есть это будет вот это переплетение, это низ ручки внутри, или как сказать. Ну, в общем, внизу внутри. И обвязываем так до конца ручки, попутно еще расправляя ленту там, где нужно, либо немножко ее опуская вниз, чтобы было достаточно плотно, но слишком не затянуто. Там уже смотрите по ситуации, насколько вам нравится результат. Вот, и так до конца ряда все обвязываем. Точно так же закрепляем и оставляем длинную ленту хвостиком болтаться. Ну что ж, все ручки обвязаны, сумочка отпарена, и вот так вот она выглядит в окончательном ее варианте. Надеюсь, это видео было вам полезным, я вас вдохновила на новые красивые сумочки. Спасибо за внимание, всем пока!